кисть художника везде находит тропы и к соблазну полисменов поставы. Неизвестные художники Европы пишут красками на хмурых мостовых. Под подошвами шагающей эпохи спят картины, улыбаясь и грустя. Но и те, что хороши, и те, что плохи, пропадают после первого дождя. Ла-ла-ла-ла. Живописцы прислоняются к подножьям фонарей близ отелей, где всегда живут туристы, посетители картинных галерей. Равнодушно, как платил за квартиру, за хороший и плохой водопровод. Кто-то платит живописцу за картину, либо просто подаянье подает. Может, кто-то улыбнется ей в сердце, может, кто-то пожелает ей уйти. Может, крикнет: «Эй, художник, что расселся? Убери свою картинку, дай пройти». Но как молнии пронзительную вспышку не сложить ее ни вдоль, ни поперек, не поднять ее с земли, не взять подмышку, так покорно распростертую у ног. И ничьи ее ручищи не схватили, хоть ножищи по ее лицу прошли. Много раз за ту картину заплатили, но убить ее ни разу не